Первый натюрморт художники написали на ночи в музее, но официальный старт проекта дали 3 июня, в День пионов. Символичное совпадение добавило мероприятию еще больше красоты и значимости. Марафон натюрмортов проходит в художественной галерее уже 4-й сезон. На протяжении месяца каждую неделю художники пишут новый натюрморт со свежими цветами. Каждая неделя своя тема. Вот на этой неделе тема натюрмортов – розовый пунш. И, конечно же, тему задают пионы розового цвета, разных оттенков, от цвета распускающихся бутонов вишни до мадженты, фуксии и все-все-все оттенки теплого розового, холодного розового цвета. Марафон – хороший опыт как для начинающих, так и для опытных художников. Участники приходят в художественную галерею в разное время. Кто-то днем, кто-то вечером, но обязательно со своими материалами – кистями, красками и холстами. Натюрморт для всех один, но вот ракурс можно выбрать любой. Обычно у художников получаются совершенно разные работы. Марафон натюрмортов – это не только творческая мастерская для профессиональных художников, это еще и выставка, на которой мы сегодня пишем, потому что выставка называется «Море цветов», и она как раз по итогам натюрмортов, написанных в прошлые годы, в том числе и на марафоне натюрмортов, вообще натюрморты мы пишем в течение всего года, здесь, в художественной галерее, теперь зрители наши могут прийти, посмотреть натюрморты прошлых лет и впечатлиться тому, что написано сейчас. Параллельно с марафоном натюрмортов начали и новый проект «Пятнашки». Его запустили в прошлом году на 15-летие художественной галереи. Тогда 16 небольших квадратных холстов собрали в единое полотно. Новые «Пятнашки» соберут из картин, которые были написаны на ночи в музее и на марафоне натюрмортов. В конце июня большой пленэр, приедут к нам гости, и мы обязательно напишем здесь натюрморт и с нашими гостями, с участниками Саровского пленэра. В марафоне натюрмортов могут принять участие любой художник, пришедший сюда, это лишь по желанию. В Саровском пленэре участвуют те, кто официально заявлены, но присоединяться можно, писать вместе, конечно, это всегда здорово, всегда интересно. Работы проекта «Марафон натюрмортов» можно будет увидеть на выставках в художественной галерее. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.